После продуктов дрова в Дебальцеве сейчас самые востребованные. Работы полностью восстановить подачу тепла в дома пока не удается, поэтому на кострах люди готовят и также греются. Что касается питания, то здесь помогает гуманитарная помощь. Привозят, это хлеб привозят, там гуманитарку привозят. Но за это сейчас как-то более-менее стало, а то же вообще было. Гуманитарную помощь поставляют в том числе волонтеры. Сами ее собирают, расфасовывают, формируют автомобильные колонны. Стреляют сейчас редко, поэтому добраться до Дебальцева получается без проблем. Еще к нам подключились жители из Германии, вот, они привезли медикаменты, тоже очень приятно, они как раз вот вовремя успели, там где-то порядка 200 килограмм привезли медикаментов. В армейском бушлате пожилой немец Лотер Хейпл смотрится несколько чудаковато, учитывая, что на родине его привыкли видеть исключительно в костюме. Первый секретарь Компартии Германии не рассказал, как смог попасть на территорию народных республик, но объяснил, зачем. Наши люди не знаем, как это здесь. Поэтому я здесь я хочу знать, как это жизнь. Это плохо, очень плохо. Это фашисты.